Всем привет! Сегодня мы с вами разберем маркетинг-план компании Greenway и его новейшую версию, которая была создана в июле 2021 года, а также все самые крутые 13 бонусов и промоушенов нашей компании Greenway. Давайте для начала я представлюсь. Меня зовут Елена Коваленко. Я являюсь одним из ведущих лидеров компании Greenway и также профессионалом в области онлайн-продвижения сетевого бизнеса. Маркетинг-план – это правило, по которым компания начисляет вознаграждение своему партнеру. В данном видео для удобства восприятия мы перевели вознаграждение в бонусы и сделали к ним короткие пояснения. Итак, начнем. Бизнес – это деньги, а деньги – это товарооборот. В любой сетевой компании бизнес строится на товарообороте. Личный товарооборот создан собственным потреблением и вашими личными продажами. И групповой товарооборот, созданный вашими партнерами по структуре. Для удобства ведения единого маркетинг-плана в разных странах мира в компании введена внутренняя валюта – PV. Вся продукция и весь товарооборот считается именно по внутренней валюте, которую с легкостью можно перевести в национальную валюту любой страны. Например, в России 1 PV стоит примерно 80 рублей. Чтобы получать вознаграждение от компании, необходимо совершить минимальный личный товарооборот на 50 PV. Это единый принцип построения многоуровневого маркетинга. Компания намерена отказываться от привлечения рекламы взамен на партнерское продвижение продукции. Вы пользуетесь продуктами компании и рекомендуете их другим. Таким образом, строится структура потребителей на взаимовыгодных условиях. Вознаграждение партнерам компании Greenway выплачивает из чистой прибыли в условных единицах. Стоимость одной условной единицы составляет 35 рублей. Деньги вы получаете на свой счет ИП или банковскую карту. Теперь рассмотрим виды вознаграждений. Бонус активации, бонус личных продаж, бонус лояльности, подарочный бонус, бонус наставника, бонус Green Start, групповой бонус, лидерский бонус, бонус быстрый лидер, бонус быстрый мастер, travel бонус, автобонус, программа Green Home, пул бонус. Смотрите, какое огромное количество бонусов у нас есть. Первое вознаграждение компании – это бонус активации. На данный момент это подарок в виде продукции. Получает его новый партнер один раз. Нужно активировать после регистрации свой контракт на 25 или 50 и более PV в течение 3 дней, включая день регистрации. В следующем заказе они получат свой подарок. Бонус личных продаж или кэшбэк. Согласитесь, это приятные бонусы для партнеров и для тех, кто просто является клиентом. При совершении личного товарооборота более 50 PV компания возвращает после закрытия периода 40% кэшбэк. То есть с 51 единицы компания уже рассчитывает кэшбэк. Давайте посчитаем вашу выгоду. Рассмотрим один период, в котором вы совершили приобретение продукции Greenway на 500 PV. 50 PV – это ваша ежемесячная активность. На оставшиеся 450 PV мы считаем наш кэшбэк. 450 единиц умножаем на 40% и умножаем на 35 рублей. Итого вы заработали собственного товарооборота 6300 рублей. Следующий бонус – это бонус лояльности. В компании Greenway стартовала программа лояльности для клиентов, которые оценили продукт и совершают регулярные покупки. Участвуя в программе лояльности Green Priority, покупатель получает процент от личных покупок на свой подарочный счет. Чтобы стать участником программы лояльности и получать выгоды, достаточно совершить покупку от 2000 рублей. По внутренней системе учета это 25 баллов. Чем дольше клиент приобретает классную продукцию, тем больше становится его подарочный кэшбэк. Компания Greenway начисляет бонусы лояльности в личный кабинет клиента. И далее полученными бонусами покупатель сможет расплачиваться за свои будущие покупки, и поэтому покупать стало выгодно. Кэшбэк выражается в валюте той страны, где проживает покупатель. Также покупатель может выбирать себе подарки практически из всего ассортимента продукции компании. Помимо бонусов, клиент также участвует
во всех промо, розыгрышах и акциях от компании Greenway. Получать информацию о событиях и промо-акциях клиент будет из рассылки компании. При первой покупке каждому клиенту присваивается личный уникальный ID-номер. Каждый клиент может получать бонус лояльности от 5 до 20%, и каждые 3 месяца процент бонуса будет повышаться, пока не дойдет до максимального процента 20%. После этого этот процент лояльности закрепляется за покупателем. Следующее – это подарочный бонус. Это интересная возможность получать продукцию бесплатно. Если вы сделали личный товарооборот от 200 до 499, то компания подарит вам 20% кэшбэка на подарочный бонус. От 500 PV ваш подарочный бонус составит 40%. Давайте посчитаем все вместе. Представьте, вы сделали заказ на 500 PV. Это очень выгодно. 500 PV умножаем на 40% и на курс подарочной единицы 35. Итого 7000 рублей в следующем отчетном периоде вы можете набрать продукцию на эти 7000 рублей и получить ее бесплатно. При этом сохраняется ваш кэшбэк, причем от этого же заказа. 500 PV минус 50 PV ежемесячная активация. В 450 PV наш кэшбэк составил 40%. Умножаем на 35, это 6300 рублей живыми деньгами. Согласитесь, это здорово. И плюс к этому кэшбэку еще идут подарочные 7000 рублей. Итого 13300 рублей с одного и того же товарооборота. Самое интересное оказалось то, что очень многие партнеры любят продавать. Для тех, кто стремится к очень большим доходам, рассмотрим следующие бонусы. Бонус наставника. Ваши партнеры в первой линии делают 50 PV и выше, и вы получаете по 700 рублей за каждого. Причем этот бонус начисляется за одного и того же партнера каждый месяц, если он активирует свой контракт. То есть это своего рода пассивный доход. Менее 50 PV, если делает этот партнер, вы получаете 40% от их заказов. Например, вы пригласили 10 человек в бизнес, и они делают активацию по 50 PV. Вы получаете 7000 рублей. Если в следующем месяце эти же люди опять активируют свои контракты на 50 PV, вы опять получаете эти же 7000 рублей. То есть бонус наставника, повторюсь, это не разовая, а ежемесячная выплата. Практически ваш пассивный доход, который будет расти каждый месяц. Бонус Green Start – это бонус новых партнеров. Подключаем новых партнеров в первую линию, при этом ежемесячно сохраняя собственную активность не менее 50 PV в течение 3 периодов, и компания выплачивает 78 подарочных единиц – это 2730 рублей. При этом, если вы пропустили период, то компания сохраняет условия до 5 периодов. Масштабируем ваши доходы с групповым бонусом. Все партнеры, подключенные под вас в разные поколения, тоже начинают подключать новых партнеров. Им, как и вам, хочется расти в своих доходах. Созданный вашей группой товарооборот будет выводить вас на разные квалификационные ступени. При товарообороте 750 PV ваше звание будет S1, это наставник первой ступени. И вам дополнительно начислится вознаграждение в размере 6%. С этого товарооборота. От 1500 PV ваше звание S2, и компания вам уже начисляет 12%. Более чем 2500 PV и ваше звание S3, и компания вам уже начисляет 18%. А при достижении уровня в 4000 PV вы становитесь лидером. В компании за это вам платят 24%. Чтобы вам было понятно, давайте рассмотрим квалификационные звания в компании. Наставниками S1, S2, S3 мы уже познакомились. Дальше следует квалификация лидер. Когда под вами вырастает лидер, вы становитесь лидером первой ступени. Когда под вами вырастает второй лидер, то лидером второй ступени. Три лидера выводят вас на квалификацию S3 или лидер третьей ступени. Когда у вас будет 4 лидера, вы становитесь мастером. Когда под вами 3 мастера и 1 лидер,
вы становитесь грандмастером. Каждой в квалификации свои доходы и свои вознаграждения. Давайте рассмотрим лидерский бонус. Он начисляется тогда, когда в вашей структуре вырастают лидеры. С каждой лидерской ветки первого поколения компания начисляет вам дополнительные 8%. Для наглядности возьмем такой пример. Лидерская веточка с товарооборотом в 4000 рублей умножается на 8%, и полученный результат в условных единицах умножается на внутренний курс по 35 рублей. Ваш доход с лидерской веточки составил 11 200 рублей. Соответственно, три лидерские ветки принесут вам доход в 33 600 рублей. Лидерский бонус можно считать вторым пассивным доходом. И не забывайте, это всего лишь один из видов ваших вознаграждений. Предыдущие никто не отменял. Под вашими людьми тоже когда-то будут лидерские квалификации. И очень круто, потому что ваш доход начинает прорастать в геометрической прогрессии. Компания платит лидерский бонус вплоть до 9-го поколения. Рассмотрите таблицу вознаграждения по лидерскому бонусу. С первого поколения лидера 8%, со второго 6%. При достижении лидера второй ступени компания выплачивает с первого лидера 8%, а со второго 6%, с третьего 5% и так далее. А это уже совершенно другие, очень хорошие, весомые доходы. В современном мире действует время скоростей. И компания Greenway поощряет стремительный рост партнеров. Поэтому, если вы открываете квалификацию лидера к третьему периоду, компания в течение 5 месяцев вознаграждает вас бонусом «Быстрый лидер», который составляет 200 условных единиц в каждый период. Если вы открыли квалификацию «Мастер» за 6 периодов, компания Greenway в течение 6 последующих периодов вознаграждает вас бонусом «Быстрый мастер» по 500 условных единиц в период. Многие партнеры уже воспользовались этими вознаграждениями. Travel бонус начисляется с квалификации лидер. Вы можете пользоваться этим бонусом для путешествий вместе с компанией или же на следующий год перевести накопления в условные единицы и получить их вместе со своим основным доходом. Это очень хорошее дополнение к вышеперечисленным вознаграждениям. Например, 4000 PV – это 300 UE, умножаем на 35 – 10 500 рублей. 10 500 рублей на 12 месяцев – это 126 000 рублей. Важно! Если travel бонус не использован в течение года, его можно перевести в условные единицы. Автобонус доступен с квалификацией мастера и выше и трехмесячным подтверждением этого уровня. Компания оплачивает вам статусный автомобиль марки Mercedes-Benz C180 стоимостью 2 миллиона рублей. Более 300 партнеров до начала 2020 года уже воспользовались этой возможностью. Повышая свою квалификацию, вы можете повышать класс своего автомобиля. Программа недвижимости Green Home доступна с квалификацией мастера второй ступени. Компания оплачивает выбранную вами недвижимость стоимостью до 5 миллионов рублей. Повышая свою квалификацию, меняется и сумма приобретаемого объекта. Например, на ранге GM, GM1 – это 6 миллионов рублей, GM2 – 7 миллионов 500 тысяч рублей, GM3 – 9 миллионов рублей, GM5 и выше – от 10 миллионов рублей. Один из самых приятных видов вознаграждений является пул-бонус. При открытии звания грандмастера «Один бриллиант» вы получаете этот пул-бонус, который составляет 1% от всего товарооборота компании. Фактически вы являетесь акционером компании и участвуете в распределении прибыли. Пул-бонус является третьим пассивным доходом компании Greenway. Подведем итог. Greenway – это феномен в сетевой индустрии. Прирост компании составляет более 1200% в год. Вы можете стать частью этой индустрии и буквально в течение нескольких месяцев выйти на солидный доход на постоянной основе, ежемесячно прирастая в структуре, партнерах и своем доходе.
Ждем вас в нашей команде. Благодарим за внимание. Теперь ты знаешь, сколько ты сможешь заработать благодаря маркетинг-плану компании Greenway. Сохраняй себе это видео, используй его в своей работе и показывай своим партнерам. Ну а если ты еще не являешься партнером компании Greenway, но тебе очень этого хочется, нажимай на ссылочку под этим видео и присоединяйся к нашей онлайн-команде.